Да потому что это на... А я тебя вообще не знаю, а ты орешь мне на ухо сидишь. Новые татуары, убитые домофоны, холодные ножи. Эй, всем привет, с вами канал Easy Vision. Я Саня Александр, полное имя. И, собственно, этот формат, мы снимали музыкальные пранки, мы снимали худшее свидание, и это объединение двух форматов, худшее музыкальное свидание, как-то так будет называться. И, собственно, в чем заключается смысл вообще? Я зову на свидание девушку, которая ничего не подразумевает, что это будет пранк, что это будет розыгрыш. Включаю песни, пою вместе с ней, ору. Ваши песни, которые вы мне, собственно, писали в группе ВКонтакте, в Инстаграме, где вы мне все писали эти песни, собственно. Я хочу посмотреть на ее реакцию, я думаю, вы тоже хотите на это посмотреть. Собственно, погнали, посмотрим, что же у нас получится. Повторюсь, это пилотный выпуск, поэтому пишите в комментах, что бы вы хотели видеть в этом формате. И, собственно, мы исправим, добавим, поправим и сделаем для вас самый годнейший контент музыкальных свиданий. Погнали, посмотрим, что же у нас получится. Я немножко не поняла, потому что тут много инвалидных, поэтому... Ну, я на... особенно на инвалидном месте стою. Да. Ты поешь, правильно? Да, немножко. Чуть-чуть. Ты училась где-нибудь? Музыкалку закончила. Бывает. Сколько ты училась там? 7 лет. А, прям полностью. Ну, конечно, закончила. А какой инструмент? Фортепиано. Да я же играла в той еще тоже. А, да? Понятно. Классно. Ты мне на чем не играешь? На нервах такой. Но ты веселый в жизни, не так, как в переписке. Да. В переписке я грустный? У меня течет глаз почему-то. Давай музыку послушаем. Ты всегда такой шальной. Шальной? Ты готова? Does anybody want to take it anymore? Блин, у тебя очень жарко. Можно я закину назад? Что? Вообще, это полезно. Покричать? Кричать, да. Ну, представь, кто-нибудь тебе сказал, что ты плохо поешь, да? Угу. И кричишь, пидорасы! Ну, нет, я условно говорю. Тебя это прям пугает сильно? Да. В любом случае. Блин, серьезно, что ты планируешь заниматься? Я хочу, чтобы мы, блин, весело провели время. Да, это не весело. А банально разговаривать о том, как он, блин, это ж, ну, блин, ну согласись. Ну не сходи же с ума, я тебя вообще не знаю, а ты орешь мне на ухо сидишь. Ну, есть же в этом что-то. Нет, в этом есть только то, что ты орешь мне на ухо и портишь мне слух. Да? Тебе ведь не сложно быть одному. Ты не простила меня. Я больше не напишу. Я заблокирован. Я только пью и пью. Больше нет смысла, мам. Места не нахожу. Нужно искать. Ведь не сложно быть одному. Ты не простила меня. Надо петь животом. Я слышал. А научи меня петь? Не научи меня петь за 7 минут. Я не препод по вокалу, я не могу тебя научить. Ну, неважно, тебя же учил препод по вокалу. И что? Ну, это другое. Ну, я не могу тебя научить. То есть я сама понимаю, как это делать. До. До. Блин, все равно не так. Это животом нужно, да? Причем тут живот? Ты не слышишь просто ноту. До. Видишь, мы не одинаковые. Так хорошо, как сделать это одинаково? Услышать ее и спеть. Еще раз. До. Да потому что. Потому что это наши чувства. Любовь для безумства. Опасная эта штучка, взрывная как шипучка. Выше. До. Ниже. До. Нет. До. Ре. Ми. Фа. Что сложно? Ре. Ми. Ты этому 7 лет училась? Что? Что сложного? Ну, действительно. Ладно. А ты говоришь за 7 минут. Я не знаю, что. А это знаешь? Тебе прям громко? Ну да, конечно. Да? Да. Юге стало холодно, на севере тепло. Остался я один сам по себе, сам для себя. У нас должна быть одинаковая высота ноты. А ты поешь до, 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 вот так вот. До. До.
выше частных секторов. Вот здесь же попадаешь? Смакивается. Так это ж потому что кожа. Он не попадает ей. Жизнь луна и звезды тлеют, тлеют в темноте. Знаешь что? Я завтра не вернусь домой. Я так давно того хотел. А ты не волнуйся за меня. Малый повзрослый. Я бы с тобой еще послабился здесь, но... Почему ты поешь в себя, а не в меня? Чук тебе словно комета. И даже потом пистолета. Я не до тебя, глаз мне не выбрал. Я не до тебя. Ведь без тебя дико мне так. Да что ты не можешь посчитать? 5, 6, 7, 8. Я! И... Ага, 8 минут. Сначала. Я! Я! Раз, два, нет, тут нет. Это не та песня. Я! В истерике кружилась мама Валя. На заднем фоне замер папа Толя. В радиусе метров воцарился жесточайший хаос. Всем понятно стало, сын остался без диплома. Мама, не кричи, хватит плакать, не смей. С тобой вместе, с тобой. Давай петь так же, как и он. Слушай, давай. Давай. Джим, а может быть и любит. Давай. Это тяжело. Нет, нихуя. Это тяжело. Изи. А зачем же ты скрываешь все фотки в инстаграме, где мы с тобою вместе, с тобою танцевали, а ведь мы с тобою дружим, а может быть и любим. Я до конца не знаю, тебя не понимаю, когда я обнимаю, я чувствую, страдаю, и с этим засыпаю, и очень часто страю, и между нами пробка пришла из ниоткуда. Каких? Значит, пустыни пробки. Только не ори, пожалуйста, в окно. Ладно, можешь же так орать просто, но не в окно, пожалуйста. Смотри, момент какой. Иду, в наушниках играет эта музыка, тралик едет. Я понимаю, что если не подбегу, я не успею. Я начинаю бежать, бегу. Весело, да? Прекрасно. Решание. Ты доносишь? Подожди, я же тебя... Я это... Прикол. Прикол. Так. Внимание. Это был пранк. Тебе не понравилось? Ладно, да хорош! Ну хорош! Ну какой, какой домой? Какой домой? Ты YouTube смотришь? Нет. Да блин! А TikTok? Нет. Ты? Какую еще музыку послушай? Никакую. Чего? Новые тротуары, убитые домофоны, голодные, но живые, подъезды, которые помнят, мы движемся вниз на землю. Вот так у нас закончилось худшее свидание. Начало и концовку я записываю в один день, но факт в том, что все нормально закончилось. Она немножко, капельку совсем взгрустнула, но в конце концов мы подарили ей цветы, и все закончилось благополучно. Поэтому дарите людям позитив, и все еще остается мой канал самым добрым, позитивным, потому что не хочется людям дарить плохое настроение, только позитив, только заряд. Худшее музыкальное свидание обязательно выйдет, поэтому пишите в комментах, какие песни вы хотите слышать, какие песни вы хотите, чтобы девушка отреагировала на эти песни, и, собственно, я это сделаю, и споем для вас. Я рад, что музыкальные пранки приобрели такой вот формат. Лайки, комментарии, группа ВКонтакте, Инстаграм, не вошедшие реакции именно там. Если вам формат зашел, ставьте лайки и пиз. Легко быть блогером в нашей стране.